В Улан-Удэ планируют увеличить время пересадочного тарифа. Сейчас из одного транспорта пересесть в другой по низкой цене можно в течение часа. Многие жители отдаленных микрорайонов не успевают пользоваться услугой. В рамках встреч с жителями главы республики, мэра города Улан-Удэ, было предложение озвучено от сообщества учащихся и студентов, чтобы возможность пересадки увеличить до 1,5 часов. Вот. Мы это все слышим и выходим с решением, с проектом решения сессии изменить время пересадки с часа до 1,5. На ближайшей сессии, я думаю, этот вопрос будет положительно рассмотрен. Пересадочный тариф сейчас работает на 10 муниципальных маршрутах и во всех трамваях. В планах еще увеличить количество, ведь значительно выросла потребность. Пересадка выросла значительно. На сегодняшний день она составляет уже 3,5%. Практически ежедневно цифра от 600 до 700 человек, и она растет. То есть мы на протяжении 2022-2023 года ввели еще ряд маршрутов. Какие-то новые вообще в целом появились в городе, какие-то мы ввели в систему пересадочного тарифа. Что отмечаем за ушедший 22-й и в рамках 23-го года? Значительно снижаются жалобы. Если раньше горожане жаловались на переполненность транспорта, нарушение интервала, на то, что тяжело уехать, то сейчас это больше предложение. Например, добавить количество автобусов, либо изменить расписание. Напомню, все жалобы принимаются круглосуточно по телефону 45 45 53. Андрей Слепнев, Валерия Смольникова, Евгений Павлов. Новости дня.